Есть еще одна очень частая проблема у хозяев, когда они начинают гулять с длинным поводком, это то, что собака начинает запутываться в этом поводке. Что нужно делать? В буквальном смысле ничего. Не бросайтесь распутывать собаку каждый раз, когда она запуталась лапкой. Не тащите, ничего не делайте, дайте, просто позвольте собаке самостоятельно распутаться. Чем больше раз она будет распутываться из этой щекотливой ситуации сама, тем меньше запутываний будет в вашей ее жизни. Собаки очень умные, и они очень быстро понимают, что от них требуется. А еще они очень любят комфорт. А запутанные лапы – это некомфортно. Поэтому они стараются всячески избежать этих ситуаций и прекрасно учатся самостоятельно выпутывать лапы из поводка. Да, пошли. Мы с Джимом первое время буквально метр шли, а потом стояли, распутывались, выпутывались и думали, как это нам выбраться из этой ситуации. Вот. Но Джим достаточно быстро научился, и этой проблемы у нас больше нет. Видите, мы можем спокойно гулять, он даже разворачивается, иногда запутывается, но выпутывается уже полностью самостоятельно. Нет. Куда ты? Пойдем. Good.